Всероссийская слава обрушилась на Павла Майкова, родного брата Анастасии Стоцекой, внезапно, после выхода на экраны сериала «Бригада», в котором артисту досталась роль Вити Пчелы. На улицах его начали узнавать, и отделаться от амплуа бандита из 90-х он долго не мог. Павел был уверен, что сейчас он будет у режиссеров на расхват, но телефон молчал целый год, пока режиссер Михаил Горевой не предложил Майкову главную роль в спектакле «Куда бежал Колобок». Эта работа оказалась судьбоносной для его личной жизни, в чем актер признался в программе «Судьба человека». В постановке была занята любимая девушка режиссера Мария Сафа, в которую Павел очень быстро влюбился. Они не состояли в официальных отношениях, просто жили вместе, и Майков скрывал ото всех свои чувства полтора года. Впрочем, он и сам был не свободен, у него и актрисы из мюзикла «Метро» уже подрастал сын, но взаимопонимания между супругами не было. Так что поначалу дружили с семьями. Мария даже стала крестной сына Майкова. Горевой же, как рассказывает Павел, вел себя с Сафо отвратительно. Но когда стало ясно, что их чувства с Марией взаимны, скрывать он ничего не стал. Влюбленные стали жить вместе, позже тайно поженились и сейчас живут счастливо уже 15 лет, пишет KR.ru. Режиссер, кстати, предательство не простил, и в одном из интервью признался, Павел был для него не просто другом, а младшим братом. И он, конечно, не ожидал от Майкова такого поступка. Кстати, не так давно портал Телепрограмма. Вро писал о том, что Павел Майков весьма критически относится к современным молодым актерам, которые предпочитают кривляться, а не вживаться в роль. Все потому, уверен актер, что в стране нет хорошей актерской школы. Все перешло на бизнес-основу. Многие современные актеры, по его мнению, просто приходят в профессию, чтобы заработать денег и относятся к съемкам, как к развлечению.